Прикольно. О, я, кстати, сегодня видел такую же, ту же сцену. Блин, ужас какой-то был. Чувак, короче, едет, он просто передом поворачивает, из двора выезжает, и он просто что-то едет, и я такой не пойму, что он еле. Он газует, блин, она еле-еле едет, я не пойму, на ручнике или что. И, короче, потом я с другой стороны обхожу и смотрю, он, короче, зацепил. Ну, снизу вот эти шары стоят, которые, чтобы не парковались люди. Он на нее заехал как-то, и она Которые под ней. вместе заехали, да? Да, он с ней вместе проехал, сколько-то там потом Жесть. проскочил и поехал. Я Да, ужас. тоже такое видел на парковке один раз. Вообще жесть. Ну и падение, наверное, Да. Да, это, короче, я да? Я не тоже знал. как-то раз видел белый-белый фургон. Ну так же это сам заехал. Такой звук еще стрёмный. Да, да. Нифига, что случилось? Нормально. Блин, ну короче, ждать будем. Короче, беда опять. Ну да, еще опять зайдет кто-нибудь. И выйдет. Отдыхать, короче, не работает. И еда там, кстати, вообще, вот насчет еды, вообще просто кайф. Тебе там было раздолье, Алексей. Да. Ну. Тебе вообще там, у нас такой был отель, Ага. скажем, без детей. О, да. И туда приезжают всякие испаночки, за этими, ну, испаны, или откуда они, я не знаю, ну, короче, там испаноговорящие, в общем. Ага. По три, по четыре, такие как Рита, короче. Ну есть, там как бы понятно, что там три жирные и одна как Рита. Вот, и, в общем, там можно нормально закутить с кем-то. В порядке. И вот насчет еды там тоже, блин, вообще кайф прям. Жрешь, чё хочешь, вообще на любой вкус есть еда. Чё хочешь, можно найти. И пицца, и мясо очень вкусное, там вообще я... Такого у нас не продается мясо. Но они у нас готовят чувак специально. А с чего оно вообще? Чё еще? А с чего мясо? Чё за мясо? А... Говядина? Ну не, ну нам рассказывал да, гид, то, что у них какие-то там специальные коровы какие-то, как... Больше наших коров в два раза, как какие-то там. Вот они из них делают на говядину. Прямо специально разводят только для этого. Чем они их кормят там, не знаю, протеинами, колой их кормят, не Протеин. Ну я не знаю, что они такие жирные там. Не вдвоем. Я еще как подожду. Сейчас напишу его. Должны ролисты подойти. Да что ж выходит? Уи. Как там Саркози пишется? Депардье. Гранайно. Так. Сейчас, подожди, я тут. Это из Франции? Так, кого-нибудь еще. Ща. Это что вообще, блин, слово? Он говорит верно, неверно. На французском. Гранайну, лорка.